Жил-был караульщик со своей женой и детьми. Девочкой ей было 12 лет, и мальчиком ему было 9 лет. А еще у них была белая собака с доброй душой и большими глазами. Почему картошку не кушаем? Сейчас. Она горячая. Сейчас совсем голодная. Покормите кто-нибудь. Почему я каждый день должна шарика кормить? Почему вы никогда не позаботитесь и не покормите шарика? Однажды караульщик пошел в лес и велел жене не выпускать детей из дома. Я тебе пару яблок положу. Ну, ложи, давай. А картошку ложить? Ложи. И слушай, там волки всю ночь бродили около нашего дома и бросались на собаку. Поэтому не выпускай детей из дома. Ну и собаку тоже не выпускай. Хорошо, потому конечно. Что она в опасности. Да. Спасибо. Пойдем в лес. Вчера я видел яблоню, на которой как раз поспели яблоки. Ты вообще слышал, что мама сказала? Она не разрешала. Я с тобой не пойду. А я маме секретик про тебя расскажу. Ха-ха-ха. Шарик, пойдем со мной. И они побежали в лес. Привет, Гель. О, привет. Я на минутку с магазина «Шаг» тебе решила забежать. Угу. Послушай, вот к Людке внучка приехала. Да? Да, представляешь? Ну такая грубиянка. Ужас. Вы как вырастили. Да, избаловали девочку. Фу. А Иванова себе кур купила. И нам бы не мешало кур. Да. А вот я решила козляночку завести. А то все свиньи, свиньи. Вот какая от них польза? А никакой. Правильно сделала. А Петька опять трактор свой сломал. Как он его так быстро умеет ломать? Ну... Я и сама не понимаю. Вот сегодня весь день чинил-чинил. Да, я ее еще больше доломала. Вот зачем такое барахло покупать? Ну да. Ну ладно, я побежала. Мне же еще к Гальке там надо сбежать. И к Людке. Пока. Пока. Когда жена кончила работать, она заметила, что детей нет. Она вышла на крыльцо и начала кликать их. Филипп, Яна, где вы? Яна, Филипп! Детей не было. Привет. А где дети? Я не знаю. В смысле не знаешь? Ну я ходила их, искала, звала, а они не откликались. Куда они пошли? В лесу, наверное, гуляют. Ладно, уже. Тогда караульщик рассердился на жену и побежал искать детей в лес. Отец, услышав детей, бросился в лес. Он увидел, что они сидели под кустом. Дети, увидев его, бросились к нему. Тогда дети рассказали все, что случилось. Ау, Филипп, Яна, где вы? Папа! Папа! Яна, где вы? Где вы, дети? Папа! Наконец-то! Папа! Вы пришли. Папа! Что? Что там случилось у вас? Папа, мы пошли на лес, чтобы набрать яблок. Но тут волк! Он оскалился и готов был прыгнуть. Какой волк такой? Но шарик вовремя подоспел, и они сцепились. Мы испугались и убежали. А где собака? Неважно, папа, пошли папа, домой. Пошли, пожалуйста, ну, домой. Собаку мы его не найдем, папа, ну, пожалуйста. Ладно. Папа, пошли домой. Пойдем домой. Уговорили. Может, картошки? Нет. Нет. Ну, тогда яблоко. Нет. А где папа?
Опять лишь у шарика ищут. Уже 10-й день подряд ищут. Все сидели за столом, никто не мог есть. За дверью послышались шаги отца. Он рассказал всем, что нашел шарика, что тот был истерзан волками.